И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в DLC от Ark Survival Evolved Extension. Да, в прошлой серии мы прекрасно нашли вход в подземелье, а именно в прекрасную долину, где есть секвой и так далее. Но я решил там не блуждать, потому что я думал, блуждать мы там будем долго. Ну и плюс я перезапустил игру. Как видите, текстурки все на месте, и теперь все не в мыле. И, кстати, да, трава теперь похожа немножечко на траву, хотя все равно какое-то говно. Ну да ладно, установил гриль, поставил, закинул туда мясо, пускай жарится, потому что мясо очень даже нужно. Так, погоди-ка, сделаем вот так, подберем и обновим. Хоп, отлично, спас мяско. Так, что у нас здесь? Да ровным счетом нифига. Погнали. Погнали, я ж вроде бы, да, я разгруженный. Юзаем и вперед. В целом, я думаю, больше не буду выпускать по две серии каждый день. То есть сейчас, я думаю, будет контент уже не такой насыщенный. И, соответственно, буду выпускать по одной серии каждый день. Выпускал их по две лишь из-за того, что, ну, прикиньте, если бы я бы по одной серии выпускал, то вы бы сейчас эту серию смотрели тогда, когда я уже чуть ли сезон не заканчивал бы. Да, ну, смех смехом, но вы бы смотрели бы только через неделю, ну, грубо говоря, да? То есть 3 дня, а может даже 4 дня разница. Это крайне дофига. А так, к примеру, я сейчас снимаю 9 числа, и вполне уже неплохо. То есть небольшой отрыв, хотя отрыв есть. Погнали! Погнали уже вниз. Вау! Тихо. Что-то я чуть качканул, когда сменился освещение. Но здесь не сильно темно. Отлично. Погнали вниз. Смотреть, что у нас здесь. Не, ну да, совершенно мир другой. Он похож. Крайне похож на аберрацию, тем, что есть потолок. Но, судя по тому, какие здесь растения, я вам скажу, он похож на пещеру в центре. Да, если вы не знаете, на карте центра есть пещера. Огромная пещера с огромным озером и с огромным кристаллом в виде типа солнца на потолке. И вот это чем-то похоже на ту самую пещеру, потому что здесь точно так. Японский бог! Вы это видите? Не видите? Сейчас покажу. Смотрите. Я их не буду считать по количеству. Опс. Не та кнопка. Но вы прекрасно сами видите. Сколько, мать твою, здесь бобров в сотен? Ребят, их кто-нибудь здесь вообще убивает? Ребят, здесь кто-нибудь в этой пещере вообще был? Алло! Да у нас только от бобров сервер лагать будет. Япона матерь. Я специально включил через бинокль, чтобы силуэты отображались. А теперь представьте, что будет со мной, если я залутаю вот эту вот фигню. Я не думаю, что я похож на дебила, да? Офигеть! Как их много. О! Пригодится. Да уж. Бобров здесь дофига. Твою мать! Это кошмар. Ничего. Черт! Я чувствую подставу в этом мире. Я выключил бинокль и нажал, типа, это, на правую кнопку мыши. Дебильный бинокль. Но! Какого фига? Никто сюда не пришел и их не убил даже близко. Ребят, вы что, в натуре что ли прикалываетесь? И это я обращаюсь к тем, что кто здесь играет на сервере. Это тупизм. Это реально тупизм.
Такое ощущение, как будто здесь вообще никого не было. Хотя я знаю, здесь люди были. То есть это я видел в чате. Да откуда здесь бобров-то столько? Тут просто вся бобра... Да блин, во. На обычных картах столько рыб нет, сколько здесь бобров. Прикольно. Ладно, смотрю, здесь уже поменьше, это уже хорошо. О, мешаник что ли? А, нет, хеликотерий. А, вон бобриная хата. Да, кстати, здесь бобриная хата дофига, я не спорю, но попробуй их залутай. Так, ладненько, давай посмотрим, что у нас здесь светится. Светится у нас просто крыса. Да ладно, и здесь бобры. Не, бобры здесь везде. Здесь просто... это рай... Это бобриный рай. Бобры сюда попадают после смерти. Вот сколько вы бобров убили в этой игре, столько их здесь и оказалось. Я не знаю, как это еще объяснить, такое количество бобров. Но их крайне дофига. Хотите узнать сколько? А давайте узнаем. А почему бы и нет? О, жемчуг залутал. Классно. Погнали отсюда. Да, взлетай. Взлетай, взлетай. Не-не-не-не-не. Я собираю вечеринку, на которую приглашаю лишь только бобров. Как вы думаете, у нас хорошая будет вечеринка с таким количеством гостей? Да, я думаю, просто офигенно. На я ядрёша, макарёша, я в это чутка в карте попутался, точнее, в ориентации, где я нахожусь, и спустился вниз, вместо верха. Что я хочу сделать? Но... чудо! Чуваки! Всем спать. Ах, мне это нравится делать. Ей-богу, мне нравится на филине здесь летать. Я думаю, все-таки его легче филин назвать, потому что он выглядит красиво. Хотя, а, ну вот, и какого фига никто не убивает, чья постройка? Кей, я даже тебя в чате-то не видел. Ну окей, ты застроил территорию. Ва, да фак, это что это? Это ресурс? Или не ресурс? А чё он такой мутный? Нет, это не ресурс. Да, это не ресурс, кстати. Блевотинка. О, аж две. Отлично. А почему он не убивает? Ну, это же его территория. Почему он не убивает ее? Их виверна есть. Тем более. Чё это светится у него? О, артефакт. Здесь артефакт, что ли, находится? Окей. А, ну да, логично. Собственно, мы на артах и видели, как вот здесь вот лазил лесной титан. Да, так что неудивительно. Ну окей, давай посмотрим, что мы здесь еще увидим. Секвоя, конечно, да, секвоя это прикольно, здесь можно застроиться, и это классно. О, еще бобриная хата. Нужно больше бобриных хат. Только хардкор. Вообще-то еще и здесь мог цветы залутать нехилое количество. Ну, в смысле, в бобриных хатах. Почему бы и нет? Так, скидываем все сюда. И погнали дальше. Я хочу увидеть новых мобов. Я хочу увидеть гача. Почему я хочу увидеть? И почему я собираю говно, блевотину от совы? Потому что гача томится именно им. И я хочу узнать... да, это я просто по вики лазил, поэтому я знаю. Вот, я хочу узнать... а это... как томится? С руки? Или нужно оглушать? Насколько я знаю, у него написано... То есть на вики написано пассивное. Что, соответственно, он должен как-то томиться с руки. И это мне интересно. Кстати, где мы находимся? О-хо-хо-хо-хо-хо. Прикольно. Ну, кстати, да, я до стены и долетел. Вау! Тихо-тихо-тихо. Это чё сейчас было за бабуйня? Это чё так светло стало? Да уж. Не, много красивых, конечно, мест. О, ты смотри, вот тут можно прям разгуляться и застроиться.
Что, собственно, здесь кто-то уже пытается делать. Бобры. Слышь, вас и так тут слишком много в этом мире. Куда вас еще сюда занесло? Нормально. Бобры теперь еще и на суше строятся. Ну, отлично. Воды им мало. Но площадка огроменная. Здесь не одну базу можно уместить. Это факт. Да, даже здесь можно уместить базу на земле и над землей. Два дерева вполне на таком нормальном приличном расстоянии, и можно установить платформу, что там, и построиться между ними. S+ позволит, я думаю, это сделать. Прикольно. Ну и снизу, соответственно, большой загон. Сверху огромный дом, а снизу большой загон. Неплохо, неплохо. Строиться я здесь не буду. Мне есть только вторую базу, не больше. Почему, спросите вы? Типа, здесь же красиво, все дела. Ну а зачем? Если я буду хотеть построиться... Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, легче. Нифига себе меня залагало. Вот, если я буду хотеть построиться в зеленой природе, я буду строиться на других картах. Я все-таки на экстеншн играю. Ну и, соответственно, безумный мир. И строимся в безумных местах. Такс. О, поломный обелиск. Я всего так мало пролетел? Хо-хо. Нифига себе, мне кажется, я тут летаю уже фиг знает сколько. Окей. Ладно, поищем гача. А вот и они. 108 левел. Ну, вполне неплохо. Ну, давайте поищем другого. И, кстати, я кое-что вспомнил. Я же на сове летаю. Смотрите, что я могу. Ой. СМС-ка пришла. Смотри. Well, слишком много рыбы. Кстати, да, здесь рыбы по крайней дофига. Теперь я хочу слетать к бобрам и глянуть их через такой свет. Япономатерь! Это кошмар. Как их много. Вы посмотрите на это безумие. Жуть. Не, реально, тут что-то со спавном бобров накосячено, по ходу дела. Ебахоньки. Здесь и рыбы, и бобры, но бобров-то как дофига. Я боюсь представить, что будет с тем, кто захочет напасть на бобра. Крайне боюсь представить. Ему будет писос. Так, ладно. Погнали обратно туда. Раз я там гачу находил, значит, попробуем поискать других. Кстати, а чего у нас здесь наверху? Или это то место, где я пролетал? Нет, это другое место. Тоже красиво, тоже огромная платформа. Тоже красиво так можно построиться. Да, неплохо. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Ну и тешки-матрешки, а. Короче, надо быть аккуратнее. Если ты не на локалке, то будь аккуратнее. Потому что, то есть вот так вот прям полет залагивает конкретно. Чуть-чуть пинганул, и ты уже в воде. Кошмар. Жуть. Это бобриное безумие. О, их слишком много. Короче, я не знаю. Я тут уже задолбался бегать, лутать. Да, именно лутать. Я тут прям конкретно бобриные хаты разграблял. Бегал, искал, лутал бобриные хаты. Но это единственный гатча, который здесь есть. Я думаю, спаун поврежден из-за бобров. Но 108 левел. Этого вполне достаточно. О, тихо. Гач кристалл. Интересно. Что он дает? Самый гач кристалл. Гач кристалл, гач кристалл. Окей, с этим сейчас разберемся. Но для начала. Давай такой Леша сюда. Че я хочу проверить? Я это хочу проверить. Нет. Ты не кормишься, да? А, это наверху звуки. Отлично. Ты не кормишься, но... То есть тебя нужно обязательно оглушить. Что-нибудь здесь написано?
Оглушение. О! Да ладно, ты прикалываешься? Так тебе нужно? Окей. Знаете, что напоминает? Immersive Timing. Да? Это напоминает Immersive Timing. Когда ты тупо бросаешь хавку, а он подходит и хавает ее. Так, совушка, садись. О, сблеванул. Так, чихнул. Отлично. И сотка приручили. Да, чистой воды и мерзв тайминг. Хо-хо-хоу. Классно. Прикольно. Необычно увидеть в обычном арте вот такое необычное томление. Классно. Опять-таки, да, у нас на сервере не стоит Immersive Timing, да и в целом он бы, тогда бы, я бы смог его томить с руки. Но, вот так вот. Вот так вот. Все сделано. Так. На тебя калькуляшу. Отличненько. Еще один. И 108-й гача будет притомлен. Точнее, притомлена. Кстати, а что нужно для седла гача? Кстати, да, я тут поизучал всего и вся, и инграмм не хватает, прикинь. Да изучал примерно... О, кстати, пропустил. Да изучал... Во! До 83-го и все. Дальше не хватает. Ромашка сервера, ну да ладно. Так. Гача. Погоди. Сначала сделаем вот так. Оп. Кущей. Кущей, дорогой. Так. Гачцил. О, да всего-то. О, классно. Всего волокно, кожа, хитин, кератин. Отлично. То есть, как на летуна. Понятное дело, экипируйте седло. Это, понятное дело, здоровье, выносливость, вполне неплохо. Ну, посмотрим, что мы сможем сделать. Так. Ну, я думаю, легче будет до базы сгонять. Давай все-таки вес вкачаем тебе. До базы нужно будет сгонять и там все это дело сделать. Кстати, а что ты... Интересно, кушаешь. Так, ну давайте я на нейтралочку поставим. Что ты, интересно, кушаешь? Вот это? Ну, в общем, пока что пускай у тебя это будет. Да, надо сгонять до базы. Здесь, по идее, должен быть подъем, но я не знаю. То есть я пока что еще с этим не заморачивался. Это поищем. Но для начала нужно сделать седло. Так, гача стоит здесь. Это что у нас примерно 25 на 30. Ну погнали. До дома. Оп, класс. Чё я, короче, прочитал. Вкратце, после открытия у нас рандомно появляется что-либо. Это офигенно. Это просто офигенно. Вот чего не ожидал, того не ожидал. Сраные лутбоксы. Сраные лутбоксы в арке. Ядрить его в корень, господи, прости. Что здесь может быть? Жиженый газ, элементальная пыль, солома, грибная древесина, камень... Кремень, металл, кристалл, обсидиан, нефть, волокно, эти жемчуг, черный жемчуг, сульфур, шелк, песок, соль, органический пример, глина, древесный сок, синий кристалл, красный кристалл и зеленый фрагмент кристалла. То есть вот это все говно может дропнуться.
Да уж, неплохо. Очень даже неплохо. Даже необычно. Ну, в общем, прикольный персонаж. Я надеюсь, этот сборщик, он, item collector, он собирает все это дело. И, кстати, блин, все-таки куда я его поставил? Странный этот item collector. Он у меня был. Я его создавал. Куда он мог деться, я не знаю. Что самое главное, я его ставил вот сюда. Либо сюда. То есть я его куда-то здесь ставил. Где он, козел, я не знаю. Блин. Но он был. Ладно, в любом случае нужно будет создать его, и я надеюсь, он будет эту всю фигню лутать, собирать. Было бы неплохо, по крайней мере. Так, теперь что мне нужно состряпать седлом? Так, у нас гача. Газ. Во! Отлично. Делается в инвентаре, так что все нормально. Кстати, у них всех седло одинаковые. Вот у новых существ. Прикольно. Так, ну что, погнали обратно. Вроде бы все взял, и можно лететь обратно. О, яйцо надо подобрать. Пригодится. А почему бы и нет? Так, то уже подпортилось. Это навехонько. Хотя 798 дней реальных, я думаю, сервер не простоит. Обязательно будет вайп за это время, так что... да. Такс, что нужно, что нужно, что нужно. Да вроде бы все взял. Полетели обратно. Прикольно, смотри, в каком месте стоит сити-терминал. И он рабочий, сити-терминал. Прикольно. Ну, по крайней мере, он подписан, что это сити-терминал, а не просто текстура. И, кстати, здесь должен быть подъем, потому что я видел что-то наподобие. Ну как, по крайней мере, здесь есть возможность забраться наверх. Ну-ка, давай здесь посмотрим сразу же, пробежимся, и куда нас это вообще выведет. Ну, чтобы было без сюрпризов, желательно. Кстати, гача, они не агрессоры, то есть они как паразавр. Их начинают бить, они убегают. Ну так, для справки. Поэтому как бы в этом плане как-то так. А вот мы где вылазим. Круто. И как далеко это от дома? Так, погоди, мне нужно будет сюда подняться. И вот он, заборчик. Да это ж недалеко от города. Классно. Если что, сможем быстро добежать. Это либо туда в круговую, либо сюда в круговую. Но лучше будет туда завернуть и, соответственно, через главные ворота зайти. Окей. Так что проблем с выводом гача из пещеры точно не будет. Погнали за ним. О! Ты прям вовремя сбросил кристалл. Экипируем седло. Как вы уже из видосов видели, седло находится под шеей. И, собственно, под шеей мы и сидим. Блин, немного необычно, да? Ну, вот как-то так. Так, что мы в итоге можем? Мы можем бегать. Это уже хорошо. Бить, хоть и медленно. Это левая кнопка мыши. Правая кнопка мыши, то есть он прихлопывает. На присесть ничего. Налечь ничего. Дропнуть ничего. Прыжок тоже ничего. То есть у него только два удара. Что? Но он их не добывает. Он их просто ломает. Нет. Это просто, по ходу дела, сервер подлагал. Окей. Фигня. Отлично. Так, что тебе вкачать, честно, не знаю, слово совсем. Давай пока ничего. О, вес много, кстати.
Нет, он ничего не бьет. Плавает, ну так, посредственно. Бегает, конечно же, медленно. Да, скорость передвижения для него это, конечно, штука хорошая, но качать не буду. Ну что, погнали на выход. Куда теперь деваться? Кстати, насчет скорости передвижения. Есть у меня одна идейка. Иди сюда. Вот такая штука есть. Классная и удобная. Ну, давай. Ну, залази ты, трешки тебя, матрешки. О, отлично. И в итоге... хорош. Я застрял. В итоге бегал он не быстро, а станет очень быстро. Но плавает все так же очень крайне медленно. Надо в ту сторону вроде бы идти, если не ошибаюсь. Вся проблема именно в том, что придется по воде идти. Фигово, конечно, но все же. Кстати, а металл? Тоже не добываешь. Ну что ты за создание такое? Ничего не добывает, а? Бить бьет, а добывать не хочет. Ну вот что ж за... Блин. Печально. Интересно, он что-нибудь вообще собирает? Вроде бы нет. Ну а траву хотя бы собираешь? Вау. Нифига, там тормозной путь какой был. Вообще никак. Он ничего не хочет собирать от слова совсем. Возможно, он мясо собирает хотя бы с тушек. Ладно, с этим разберемся. А сейчас мне нужно идти к разломанному обелиску. И именно там находится то, что мне нужно. Именно выход. Кстати, какой у тебя дамаг? 63. Ну, вполне неплохо. 59. Но, по крайней мере, бьешь быстрее. Это уже хорошо. Убивать того, конечно, это, но такое себе. Блин, семейные узы тут. Нахапали семейных уз своих. Да. В общем, короче, фиг с ними. Убивать на нем крайне сложно и тяжело. И долго. Да ты прикалываешься? Я ж тебя не видел. И левел 168. Блин. И самка. А у меня тоже самка. Нет, не будем томить. Я до сих пор не знаю, что ему приручить. Чем притомить. Чем его вкачать? Гей. Ну-ка, а кристаллы? Тоже нет. Ну, ё-просто. Мог бы хотя бы кристаллы добывать. Такие. Там, не знаю, что-нибудь типа свое. Пожрать хотя бы, что ли. Потому что, по ходу дела, ты хомячишь кокуляхи, а, ну, такое себе. Ну, хотя кокулях будет много, если их собирать. Да, дерево тоже не лутает. Вообще ничего не лутает. М-да. Ну ладно, погнали дальше. Отлично. Босса вызвали. Ядрить вас в корень. Ну, вы сами все прекрасно видите, вон он. Мне-то он нафиг не нужен. Упс. Вон ходит, огромный такой. Здесь двое летали на драконах, на этих, на модовых драконах. Дать они и вызвали. Да уж. В общем, такое себе. Не то, что вызвали босса, а то, что я заблудился. Я не знаю, как туда забраться наверх. И вообще все фигово. Сейчас в попытках сюда еще заберусь. О! А вон и выход. Отлично. Осталось только понять, где здесь проход. Блин, это крайне сложно. Но одно я точно могу сказать. Надо бежать к синему, точнее, ну, вот этот разломанному обелиску. Он потому что стоит около входа. И это самое главное. Где он только сейчас вам покажу. Вообще, я когда сюда шел, я надеялся на мед.
Да, на пчел, на мед, все дела, думаю. Собрать мед. Вот он, кстати, обелиск. Собрать мед и это поставить свой улей. Там цветочки, шматочки, все, там будет огонь. И заморочек уже будет меньше, в том плане, что мед будет всегда. Но не видел. Не видел от слова совсем. Нужно будет покопаться, опять-таки же, по Вики и посмотреть, что да, как да, где. Кстати, подъем здесь не один. Собственно, мы сейчас по одному из них идем. Почему подъем не один? Потому что один идет. Блин, карту как показать? То есть один идет по верху. Вот, то есть, к примеру, вот в тот район, видите, да, я сейчас показываю стрелкой. А другой идет по низу карты и идет в тот район. Вот. Если идти по верху, то там опасно. Почему? Ну там, во-первых, путь длинный до дома, а во-вторых, там много всякой нечисти спавнится. И если не ошибаюсь. А, нет, подожди, это путь вниз. Вроде бы. Потом погнали. Ладно уж, куда выберемся. Да, все-таки, как я и говорил, идете к синему обелиску. Ну, вот этот разломанному обелиску. И вокруг него. Так, здесь подъем наверх, а там проход налево. И вот если пойти налево, то там попадаешь именно туда сверху, как я и говорил. Здесь же я сейчас должен выбраться там, где мы первый проход нашли. А именно выход к центру города. Кстати, я не показал, как выглядит нефть. Нефть, она выглядит крайне тупо. Ну, знаете, что-то типа такого камешка. Только здесь он, видите, такой коричневый и так далее, а тут чисто черный. То есть не та привычная глыба, как мы привыкли видеть, а здесь такой маленький камешек. Эй, сова, ты где? Ты чё отстал там? Я не сильно вроде быстро бегу. А, возможно, у тебя этот допинг закончился. Ну, сейчас заюзаем. Да уж, в итоге меня выкинуло. Добежал до совы и уоп, меня выкинуло. Да. Надеюсь, сейчас без последствий будет вход. Ну, там все равно гина никаких нету. Ну что, народ, не получается у меня зайти на сервер. Видать, сервер перезапускается, либо еще что-то. Но самое главное, я притомил гача. Мы узнали, что он может. И это довольно-таки прикольно. Некий лутбокс, это все-таки что-то необычное. Такие вот дела. На этом я уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать, конечно, делиться моим видео с своими друзьями. На этом все. Всем удачи, всем пока, всем счастливо, добра. Всем пока.